сейчас, чем тренировочные полеты в основном происходят в сложные метеоусловия, так как погода позволяет только такие. По взлету, посадке отрабатываем, а также маневры какие-то в воздухе, тоже в сложных метеоусловиях, и пуск ракет тренируем. Выполняем задачи по прикрытию подопечных Су-34 и Су-25 при нанесении ударов по противнику. Поступает задача о взлете, наборе высоты и уходе в зону патрулирования. Далее приходим туда, докладываем пункт наведения о том, что мы находимся в зоне и готовы работать по прикрытию. А затем происходит работа. Слежу за самолетами подопечных и противником. Воздушные цели и наземные цели.